Получается, что меняется Катина движение как партнерши, меняется ее интерпретация движения, но зависит это 100% от того, что делает Тимур и какую он информацию как бы ей показывает. Следующий момент. Какой мы делаем с вами вывод в итоге? Кто все-таки более вложение ваше, вложение и партнеры, и партнерши во взаимодействие? Для меня вот эта идея о том, что партнерские взаимоотношения складываются 50 на 50. 50% внимания партнерша, 50% внимания партнер. Чем больше я преподаю и чем больше я начинаю разбираться и пытаться как бы поглубже залезть в эту проблему, я пришла к выводу, что на сегодняшний день вот это процентное соотношение, оно все-таки сдвигается, вот эта стрелочка, она сдвигается в сторону увеличения, к тому, что внимание партнера, оно намного больше, чем партнерши. Но это не говорит о том, что девочка, она свободна, партнер более загружен.